что опять случилось? Что это было? Блин, ну что за хрень? Я не знаю, что это было. Да ёпцы. Я не прослакал ничего. Ну это... Нет, я знаю, что это. Это, короче, вот эти все взрывы, они... Все взрывы внутри меня взорвались вот так, потому что перс стоял внутри, типа, элитки. Пипец. Это вообще уже не смешно. И это один из рипов от, так сказать, неизвестной механики. Да, левел не очень высокий был, я его, считай, сегодня вкачал за один день. Но опять камни там, шмотки и все такое, это пипец дикий гемор. Это его нужно вкачивать в одном билде, потом 2 часа респекать в вортекс, потом в вортексе качать медленно. Че мне так не везет, а ну пипец, ну серьезно. Мне в этой лиге дико не везет. Это шотган механика, да, которая не должна так работать. Потому что шотган типа искоренили, но походу не отовсюду. Но он не должен был столько урона нанести, как бы. Тут на карте вообще нет никаких модов, ничего такого. А ведь я его хотел пробежать, ну, блин. Я просто не мог знать, что это так будет делать. Это невозможно было знать, пока ты не получишь его в рожу. Вот теперь я знаю. Теперь я знаю, и все, кто смотрит стрим, они тоже знают, что это вот так вот. И будут опасаться. Смотрите.